Всем привет! Если вы из тех людей, кто мечтает заниматься спортом, но все никак не можете побороть лень или другие факторы, вам следует узнать о нескольких очень весомых плюсах физических упражнений. И сегодня мы разберемся, почему же спорт так полезен для нас. Самая главная и весомая причина для начала занятий – это наше здоровье. Активная циркуляция крови в сосудах во время упражнений помогает наладить функционирование нашей сердечно-сосудистой системы, а также укрепляет сосуды, нормализует давление и предотвращает формирование тромбов. Занятие спортом – это лучшая профилактика заболеваний сердца, а также головных болей. Уже через пару месяцев занятий люди с метеозависимостью начинают чувствовать себя намного лучше в периоды перепада давления. Спорт в сочетании с диетой и здоровым образом жизни – это самый лучший пластический хирург, а также косметолог. Упражнения помогают убрать лишние килограммы и сантиметры, а тем, кого лишний вес не беспокоит, помогает приобрести более привлекательную, подтянутую и спортивную фигуру. Кроме того, активное насыщение клеток кислородом во время физических нагрузок помогает избавиться от проблем с кожей лица. Укрепление сосудов и циркуляция крови сказываются не только на нашем самочувствии, но и на наших интеллектуальных способностях. Удивительно, но во время бега значительно увеличивается количество нейронов, которые поступают в нейронную сеть в нашем головном мозге. Следовательно, при регулярных физических упражнениях улучшается память, которая является важным фактором любого обучения. Любые физические нагрузки наш организм первоначально воспринимает как стресс, поэтому он выделяет белок BDNF, а также эндорфин, чтобы бороться с этими нагрузками и снизить утомляемость, а также болевые ощущения. После окончания тренировки эти вещества некоторое время продолжают действовать и делают нас счастливее. Спорт – это самый эффективный способ повысить уровень своих жизненных сил, а также с легкостью преодолевать любые другие трудности. Это самое лучшее занятие в борьбе с хронической усталостью и депрессией. Стрессоустойчивость и повышенное содержание эндорфинов нормализуют еще один очень важный процесс – это наш сон. Спортсмены спят крепче других людей, засыпают быстрее, а также очень редко страдают бессонницей и кошмарами. Красивая фигура, крепкое здоровье, выносливость, устойчивость – что еще нужно, чтобы поверить в себя? Регулярные занятия спортом помогают добиваться желаемых высот не только в области спорта, но и в обычной жизни, и все это благодаря улучшающейся самооценке.